в ней налетала бутылка. Полная. Перископ. Да? Ну что ж, привет. Ой, Андрей, ты же не жаловался, не надо так делать. Ну просто сидим себе. Типа не надо просто здороваться. Так это прямой эфир у нас. И сколько там людей уже смотрит? 1,5. Да? А чё Жолодя 600 смотрит, а тебя 1,5? Я сейчас популярней. У каждого свое время, когда-то и мое уйдет. Да, и что ты тогда делать будешь? А когда мое придет? А, мое было в Одессе. А никто не скучает по Одессе? Я хочу еще туда поехать. Всем привет. Вон тут хоть видно, что происходит. О! Саш, сядь сюда. Да, сейчас вижу, что происходит. А Саша ушел куда? Таня, а что ты ушла? Смотри, тут перескопимся. Пришел к тебе. Включи свет, не видно. Подсвети его. Да не плохо светишь. Давай отвечать. Ой. У нас в гостях Кирюша и Андрей Мартыненко. Перемирие. Идем к нам, Таня. Пошли к нам. Пошли к нам. Тань, идем. Пошли. Так пошли. Не хочу. Ну пошли к нам. Да, но вопрос. Ну это. Или чем-то больше надо. Да она больше за. Покажи, как тебя побрили. Но у меня немножко раздражение на шее, но зато все ровненько. У меня первый раз брили опасной бритвой. Накрыли полотенцем, зато линия, смотрите, какая ровная. Что люди там пишут? Что я уебан? Так давайте уже. А мы пьем, да? За месяц мы пьем куриный или... Что? Ну и там многовато для одного раза, наверное. Че? Андрей, на, ты сильно хотел у тебя чашечка? Пойдем. Так что, сок наливаем, да? Или что мы делаем? Да. Так а что, людям интересно смотреть, чем мы заняты? Чем мы можем еще быть заняты? А, кстати, что-то да, мы заняты постоянно. А когда я сижу за этим столом, я занят одним и тем же постоянно. Нормально. Так наливайте каждый, сколько считает себе нужным сока. Андрей, ты как-то плохо поставил. Ты сильно в углу, а Саша вообще не видно. Надо... Ну, чтоб все помещались. На, Кирюша, протранслируй. Всем приветик. Как Кирюша сейчас относится к Мартыненко? Сколько же можно? Андрей, как ты ко мне относишься? Мы же подписали мирный контракт. Перемирие. Привет, Кирилл, педофил. Что? С ума, что ли, сошли все? Ты как стекло. Что вы пьете? Детокс. Сок. А теперь... О! Выводим шлаги. Они перевели. А чё? Вверх ногами теперь все. А чё ты так думаешь? Так а у нас-то нормально все? А у них вверх ногами. Да? Так лучше? Давайте. Ну, неплохой сачок. Кирюша, Егор Крид. Что, объясните мне, кто такой Егор Крид и кто такой Пахом? Почему мне пишут постоянно это? Пахом. Он в битве экстрасенсов еще был. Мне тоже это напишут, я не знаю, кто это.
Это не то, что типа зеленый слоник там. Да, что-то они говорили про зеленого слоника, типа, говорят, Пахом, я думаю, кто? Я зеленого слоника не смотрел, но что-то в.